В детсаду Троицка устанавливают новые пластиковые окна. Современные стеклопакеты будут сохранять тепло в группах и игровом зале. На эти цели из областного бюджета город получил 126 тысяч рублей. Старые деревянные рамы уже пришли в негодность. В группах и фойе было шумно и холодно. Теперь старые окна заменили на европакеты. Это и охрана здоровья, это и светло, и тепло, холодный период года. В этой группе живут дети второй группы раннего возраста. А для нас, и родителей, это самое главное, чтобы детям было комфортно, уютно, тепло. Огромная благодарность от нас и от родителей. Самое большое окно установили в музыкальном зале. В этой комнате регулярно проходят праздники и родительские собрания. А зимой здесь было очень холодно. Всего в 32-м детском саду поменяют 7 окон. Напомним, по распоряжению губернатора области получили дополнительно 500 миллионов рублей на благоустройство всех городов региона. Инициатива Бориса Дубровского поддержана самой большой фракцией в ЗСО «Единой Россией».